Здравствуйте, бичане! Меня зовут София. Я расскажу вам о погоде на 26 февраля. В четверг в Барнауле ночью минус 3, днем минус 2 градуса. В Белокурихе ночная температура составит 2 градуса мороза, дневная минус 1. В Горно-Алтайске ночью будет минус 4, а днем минус 3 градуса. А теперь о погоде в нашем городе. В четверг в Бийске будет пасмурно, небольшой снег, ночью минус 3, минус 5. Днем 2-4 градуса мороза. Становитесь ведущим погоды от народа, записывайтесь по телефону 31 10 50.